В России утро, 3 утра, по-моему, да, или 4. Голос спит, живет в своем режиме. Стихотворение поэта из Израиля Михаила Басина. «Пятое время года». Отступает запах небес молодых.
Стихотворение Павла Шкарина «В Новой Англии». В Новой Англии снег и кирпичные бурые стены отбежали на склон, на полшага от вставшей реки. Творение Марии Маховой «Больно». Если б собрать силы,
если собрать силы. Песня, которая является моей визитной карточкой много лет, на стихотворение Осипа Мандельштама «Тифлис». Если этот голос спит, то что же будет завтра?